Промышленность на подъеме. Специалисты отмечают рост индекса производства. Он составил 102,5% к аналогичному периоду прошлого года. До конца этого года только в промышленном комплексе объем инвестиций достигнет 44 миллиардов рублей. Один из крупнейших проектов реализуется сегодня на территории подшипникового завода. Техническое перевооружение увидела Елена Губенкова. На подшипниковом заводе в Саратове «Эра машин». Техническое перевооружение предприятия начали с обновления оборудования. Первый этап модернизации стартовал еще летом 2012-го. Тогда закупили современное оборудование с программным управлением. Сегодня здесь вовсю кипит работа. Заготовку помещают в станок, оттуда выходит уже готовая деталь. Раньше полный цикл производства подшипников проходил не на одном, а на нескольких станках. С пуском нового оборудования сократилось время обработки и повысилось качество. Раньше приходилось на 8-9 установок делать. То есть человек, когда вставляет в патронову, то естественно погрешность установки хуже, чем на этом станке. И обработка происходила 8 операций. Естественно, эти 8 погрешностей набегали друг на друга, и качество было гораздо хуже, чем при этом. Саратовские подшипники используют везде, начиная от велосипедов, заканчивая элементами ракетных двигателей. На заводе осуществляется полный цикл их производства. Сегодня здесь готовят к запуску новый кузнечный цех. Закупленное и смонтированное оборудование приступили к его отладке. Аналогов ему в мире нет. Персонал прошел дополнительное обучение. Кольцо мы производили порядка 300 миллиметров диаметром, то эта линия позволяет производить нам упаковки, которые порядка 650 миллиметров. То есть определенную хотим занять нишу на рынке именно по производству этих крупногабаритных подшипников этого диаметра. Мало того, весь процесс, который здесь завязан, он происходит весь в автоматическом режиме, без участия человека. Пусконаладочные работы планируют завершить в декабре, а первую партию продукции получат уже в начале 2015 года. На предприятии уверены, с вводом нового участка увеличатся и объемы производства. Мы видим однозначно повышение качества производимой продукции. Мы достаточно просто, или, скажем так, проще проходим аудит наших потребителей, которые приезжают на предприятие, которые знакомятся с нашей системой, с развитием нашей технологии. Они это все видят, они понимают. Заказы, конечно, увеличиваются. Это в основном крупные предприятия, связанные с железной дорогой, с автомобилестроением, со станкостроением, ну и в конце концов с оборонным комплексом. Продукция завода уже стала своеобразным брендом, и у предприятия нет проблем с привлечением клиентов. Заказы на саратовские подшипники идут со всех точек земного шара, а следующий год здесь хотят посвятить снижению затрат на производимую продукцию. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.